У тебя было, когда двое твоих выпорхнули как бы с гнезда, чувство, что вот такой, знаешь, опять же, тоже немножко свободней стал? Я вообще, я их отпускаю всех с огромным счастьем. Я, собственно, понимаю свою предназначенность в жизни. Я их рожаю для того, чтобы отпустить. Это мое любимое выражение. Сейчас уже в этом возрасте глазками смотрим, ручками не трогаем. Вот о, все просто, да? Понимаешь? Супер. Да. Супер. И ужасно мне всегда нравится говорить молодым матерям, которые там в начале пути говорят, что у них там что-то он от памперса никак не отвыкает. Я говорю, ничего, пойдет в армию, блин, да, поверьте. Да. Ставьте себе, он будет без памперса, когда в армию пойдет. Когда у вас ребенок начинает быть подростком, ваша единственная задача – сидеть перед закрытой дверью его комнаты с тарелкой горячего супа. Господи, невозможно. Я пытаюсь, я помню этот совет. Ты просто такой, а, мама, что, есть что поесть? Да, конечно, все, дверь закрылась.